Всем привет, дорогие зрители. Я приехал в район Кестель. Нашел здесь трехкомнатную квартиру 2 плюс 1, просторную. Недалеко от моря. Значит, здесь расстояние, если идти в ту сторону, максимум 240-280 метров. Там есть подземный проход, отель «Ла Бранда». Вид на крепость Алании. Вот это первая линия, вот эта дорога. Проект был сдан 16 лет тому назад. Раньше этот проект был отелю, сейчас стал как здание, проект для проживания. Это у нас первый балкон. Бюджетный вариант. Большой балкон. Так, Кестель считается элитным районом, тут цены высокие, так как выше 5 этажей не разрешает мэрия строить. Из-за этого сразу скажу цену. Здесь цена 77500 евро, дорогие зрители, 2 плюс 1. Есть бассейн, хамам, сауна и большая территория, которую я вам покажу в конце ролика. Не закрываем ролик, смотрим дальше. Пол у нас мрамор. Гостиная комната, совмещенная с кухней. Нужно мебель или поменять, или там наволочку одеть. Вот. Вроде краска все нормально. Можно как-то освежить. Холодильник профилю. Посудомойка Altos. Подуставшая бытовая техника, мраморная столешница. Рядом есть сеть магазинов BIM, А101, в той стороне Migros. Тут у нас прихожая такая. Тут мне надо открыть фонарик. Так. Здесь санузел. Стоит у нас накопительная система бойлер. Как называют они? Система комби. Прихожая. Так, в квартире один санузел. Да. Это у нас дополнительная спальня. Также выход на балкон. А это у нас тоже дополнительная или хозяйская спальня. А также здесь у нас второй балкон. Тут рядом речка Дим, в 200 метров шаговой доступности. Вот территория, фасад я также покажу снаружи вам. Все. Не закрываем ролик. Айдат здесь 300 лир. На этаже у нас... Раз, два, три, четыре квартиры. Находится она на третьем этаже. Покажу я вам лифт. Вот такой лифт. Вместим 4 человека. Вот в здании у нас есть пандус. 5 ступенек. Вот такой фасад здания. Стоит она из 3 блоков или 2 блоков. Сауна, фитнес, хамам под этим зданием, но закрытой из-за пандемии, не смогу показать. Тут барная. Вот бассейн большой,
и зона барбекю. Дорогие зрители, звоните по номеру +90 555 064 91 10. Цена этой квартиры, еще раз повторюсь, 77 500 евро. Район Кестель, почти первая береговая линия. Здесь там проходит дорога, но по-любому к морю можно пройти в ту сторону, пройти через подземный проход, и вы будете около песочного пляжа района Тосму. А также пляж есть у нас и в той стороне, если в ту сторону пойти. Там есть стадион футбольный, там тоже хороший пляж, но там есть плиты. Все, с вами был Агаси, Солнечная Лань, район Кестель. Всем желаю добра, здоровья, благополучия, и чтобы вот эта ситуация, которая длится, в скорейшем времени уже все закончилось. Мир миру. Всем пока-пока, дорогие зрители.